Это программа «День с толком» в студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Две недели до старта вакцинации. Почему родители и даже некоторые медики не хотят прививать детей от короны? Имена солдат, воспоминания бойцов. В Барнауле презентовали новую книгу памяти о войне. Спасая жизни. Алтайская онкослужба отпраздновала 75-летний юбилей. В Яровом сняли режим ЧС, который вводили из-за проблем с теплоснабжением. По информации региональных властей, сейчас в городе-курорте нет угрозы остановки ТЭЦ. Однако на территории теперь действует режим повышенной готовности. Напомним, в 2019-м, когда и был введен режим ЧС, в городе-курорте произошло несколько аварий на единственной ТЭЦ. Состояние котельной оставляло желать лучшего, впрочем, как и качество топлива. Над Яровым была реальная угроза полной остановки системы теплоснабжения. На протяжении 2 лет котельную ремонтировали, заменяли оборудование. Не сказать, что сейчас ТЭЦ перешла на качественно новый уровень. Последняя поломка случилась в прошлом месяце. Тем не менее, в совокупности всех проведенных за 2 года усилий в правительстве края решили снять режим ЧС и заменить его на режим повышенной готовности. Добавим, ранее власти региона выделили городу 100 миллионов рублей на покупку качественного угля. Продолжим. Прививать детей от коронавируса в Алтайском крае начнут уже через 2 недели. Пока детали прививочной кампании ответственные лица не раскрывают. Однако многие родители и даже некоторые медики относятся к ней весьма настороженно. Аргументы обеих сторон выслушала Анара Шагирова. Вакцина от коронавируса для детей поступит уже совсем скоро, до конца декабря. Новый «Спутник М» с концентрацией в 5 раз меньше, чем для взрослых, предназначен для подростков от 12 до 17 лет. Причем 15-летний вправе поставить прививку, не спрашивая родителей. Сама новость о том, что несовершеннолетних тоже будут прививать, вызвала шквал негодования со стороны общественности. Резкие высказывания в адрес инициаторов вакцинации звучат не только в соцсетях. Я убеждена в том, что наш иммунитет справится с любыми недугами самостоятельно. Разве можно детей? Вы посмотрите, что в мире делается. У нас столкнули сейчас людей между вакцинированными и невакцинированными. Люди готовы друг другу горло перебрать. Моя точка зрения личная такая. Я своим детям прививку ставить не буду, потому что был негативный опыт с моим старшим сыном. В семье Романа Костяева поводом для частых визитов к врачу стала, казалось бы, обычная профилактическая прививка от кори, краснухи и паротита. 7 лет назад из-за нее, по словам мужчины, его 6-летний сын начал хромать, хотя никаких травм до этого не получал. Через 3 месяца врачи диагностировали болезнь Пертеса, простыми словами, это разрушение бедренной кости. Позже ребенку присвоили инвалидность. По словам героя, профессор института Турнера высказал такое предположение, что осложнение произошло именно после вакцинации. Это, конечно, наша версия, да, как-то ее официально подтвердить чем-то очень сложно, но это случилось буквально все на глазах. То есть после того, как мы привили ребенка, поставили прививку, на следующий день он начал хромать. То есть больше связать мы это ни с чем не можем. Прививкам и особенно от коронавируса для детей в семье Костяевых теперь отношение однозначное. По мнению Романа, «Спутник М» еще не прошел должных испытаний. Рисковать здоровьем ребенка семья снова не собирается. Противоположной точки зрения по поводу новой прививки придерживаются многие представители медицинского сообщества. Так, бывший замглавы Алтайского Минздрава, ныне депутат КЗС Владимир Лещенко, во время интернет-конференции заявил, что вакцинация несовершеннолетних должна быть обязательной. При готовности вакцины надеюсь, что вакцинация детей от ковида будет обязательной, чтобы не повторять ошибки, связанные с организацией вакцинации взрослых, которые сами отвечают за сохранность своей жизни и здоровья. За жизнь детей должно отвечать государство, и никто не вправе подвергнуть риску жизни ребенка. К примеру, в Австрии детей прививают уже с 5-летнего возраста, в Китае и Вьетнаме – с 3 лет. В России же вопрос о детской вакцинации официально добровольный, но родители опасаются, что могут принять такие меры, которые обяжут поставить детям прививку. А между тем, есть врачи и ученые, которые выступают против детской вакцинации. Так, на первой научно-практической конференции «Смелые врачи за правду», которая прошла в минувшие выходные в Москве, против вакцинации детей выступил советский микробиолог, академик Российской академии наук Виталий Зверев. Мне очень не нравится активная вот эта сейчас пропаганда по вакцинации детей. У детей нет рецептора, у них он в маленьком количестве, поэтому вирус в большом количестве к ним не попадает. Это первое. Второе.
Когда говорят, что дети основные переносчики, это тоже нужно доказать, потому что поскольку у детей нет рецепторов, у них нет и большого количества вируса в носоглотке, чтобы его как бы вот широко распространять. Однако есть официально подтвержденные случаи смерти от ковида среди детей. По мнению врачей, опять же, стоит учесть, что летальный исход у ребенка возможен только при наличии сложного сопутствующего заболевания, например, онкологии. Прививать ли эту группу тяжелобольных пока тоже спорный вопрос. Одни врачи выступают против, поскольку не знают, как отреагирует на вакцину ослабленный иммунитет. Другие доктора уверяют, дети с серьезными заболеваниями находятся в зоне риска, и для них прививка от ковида – шанс избежать ухудшения состояния при короне. На сегодняшний день известно, что чем вот дольше эта инфекция, тем больше детей, которые имеют средне-тяжелые, тяжелое течение, осложненное и есть летальные исходы. И поэтому опять иметь такую вакцину государство обязано, чтобы дать возможность родителям защитить своих детей. Будут они это делать или не будут, это вот все-таки будут решать родители. В то же время пока неизвестно, будет ли прививка обязательной для всех детей и ведут ли систему QR-кода для несовершеннолетних. Что грозит школьникам, чьи родители пока не готовы испытать новую вакцину на своем чаде, эти вопросы пока остаются открытыми. По крайней мере, краевой Роспотребнадзор не смог дать конкретных разъяснений ни по одному из них. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. 75 лет с момента образования отмечает онкологическая служба Алтайского края. В далеком 46-м в Барнауле был открыт первый онкологический кабинет, а спустя пару лет первый онкодиспансер. Сегодня на торжественном мероприятии слова благодарности звучали и в адрес тех, кто сейчас работает в онкослужбе, и тех, кто стоял у истоков ее создания. Валентина Прыгункова до ухода на заслуженный отдых 25 лет работала заведующей радиологическим отделением краевого онкоцентра. Мы были востребованы, к нам приезжали даже из других республик. Вам чем нравилась ваша работа? Получение результатов. И когда видишь, что больной, который приходил иногда в очень плачевном состоянии, все-таки получал какой-то эффект и продолжал жить и неплохо. Кстати, сейчас наш регион один из немногих, где во всех трех онкодиспансерах – Барнаула, Бийска и Рубцовская – медики оказывают полный комплекс специализированной помощи, включающий в себя хирургическое, лучевое, лекарственное лечение пациентов. Думайте с цифрой. 28 тысяч курсов, соответственно, лекарственной терапии, причем это не только химиотерапия, это таргетная иммунотерапия, 8 тысяч операций, соответственно, 4 тысячи курсов лучевой терапии. Это в ковидный тяжеленный год. Не забудьте о том, что президент же поставил программу еще медицинского экспорта, экспорта медицинских услуг и медицинского туризма. Мы за этот год приросли практически на сотню пациентов из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и так далее. И так прочее. То есть пациенты нас любят, они к нам едут. Они знают, что у нас хорошо лечат, и едут за этим лечением. Завтра на базе онкоцентра пройдет российская научно-практическая конференция «Достижения онкологии в 21 веке». Алтайские онкологи и их коллеги из региональных центров обсудят последние тренды в лечении рака. А сегодня они принимали награды за свой нелегкий, но очень важный и нужный труд. И еще одна новость о медицине. В Барнаул со всей России съехали специалисты по оздоровительному плаванию. Они помогают детям с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и после травм. Есть ли в Алтайском крае место гидрореабилитации? И каких результатов можно добиться с помощью таких занятий, расскажет Дмитрий Дроздов. В столице края то специалисты по реабилитации детей с ограниченными возможностями. Врачи из Новосибирска, Кемерово и Липецка. Всего 35 спикеров. Собрались, чтобы обменяться опытом и поделиться передовыми наработками. Одна из актуальных тем – гидрореабилитация детей с ДЦП. Это специалисты, которые каждый день работают с детьми. Но понятно, что не хватает все-таки нам базы именно в плане подготовки, переподготовки. Да? То есть не хватает именно компетенции на данный момент вот в этой области. И поэтому мы как бы уже второй год подряд инициируем такое обучение. Обсуждения и мастер-классы по гидрореабилитации, то есть занятиям в воде, специалисты говорят, что такой вид реабилитации очень эффективен. Занятия дети воспринимают как игру, при этом весь комплекс мышц задействован и все безболезненно. Растяжка, физические упражнения. Гидрореабилитация помогает не только укрепить физическое состояние, но и психическое.
решаются вопросы воспитания, коррекции и многофакторный подход, который решает задачи по коррекции речи, психики, поведения, коммуникации, а не только закаливание, не только оздоровление, не только умение держаться на воде. Это колобок. Смотри, где колобочек еще. На животик ложимся. Поехали. Там. Давай. Гидрореабилитация как направление для детей с ограниченными возможностями сегодня широко распространено во многих регионах России. Но в Алтайском крае находится в зачаточном состоянии. Не хватает специалистов и бассейнов для бесплатных занятий. Однако развивать оздоровительное плавание в крае намерены. Ведь такие занятия, говорят специалисты из других регионов, позволяют за короткие сроки добиться хороших результатов, которые в конечном итоге влияют на социализацию детей-инвалидов. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. В 2020 году у глав сел и городов Алтайского края будет больше задач, чем сейчас. Такой вывод можно сделать, исходя из обсуждения 9-го съезда Ассоциации Совет муниципальных образований, который прошел в регионе накануне. Главы муниципалитетов все вместе собираются раз в 2 года. Сейчас в режиме онлайн участниками съезда стали 700 делегатов. Среди них губернатор Виктор Томенко. Он заверил, что сегодня для краевых властей вопросы местного самоуправления имеют особое значение, ведь ценна совместная работа, от нее зависит окончательный результат. Благодаря этому, подчеркнул глава края, выборы в Госдуму и краевое законодательное собрание прошли успешно. Выборы прошли открыто, гласно, очень конкурентно, без нарушений, значит, законодательства, без каких-то скандалов и других моментов, значит, которые могли бы заставить кого-то усомниться в их корректности. На съезде был составлен план муниципальных образований на 2022 год. В будущем особое внимание хотят уделить взаимодействию местной власти и граждан. Так главы городов и районов должны будут вести аккаунт в соцсетях, где будут отчитываться о своей работе. Помимо обсуждения насущных вопросов, участники совета избрали председателей, которым и предстоит проконтролировать выполнение работ. Палату глав городских округов вновь возглавил мэр Белокурихи Константин Базаров. Палату муниципальных районов – глава Завьяловского района Николай Губерт. Палату городских и сельских поселений – глава Шипуновского района Сергей Уколов. Председателем ассоциации также переизбрана Светлана Агаркова. Работники ЖД ежедневно следят за тем, чтобы внутри составов было безопасно и чисто. Для этого используют специальную химию, которая позволяет обезопасить пассажиров от заражения коронавирусом. О том, как происходит обработка, в нашем сюжете. Как приходим на электричку, так сразу первым делом мы дезинфицируем кабину, потом уже занимаемся своими должностными обязанностями. Дезинфекция кабины электропоезда происходит не только перед началом смены, но и после нее. Машинисты протирают панель управления, рычаги, пульты, экраны и рации. Параллельно с этим идет и обработка вагонов. Ежедневно на станции «Барнаул» и в моторовагонном депо «Алтайское» все места, с которыми контактировали пассажиры, специалисты дезинфицируют при помощи средств ДП-2Т и пироксан. Это специально закупленная им химия, которая используется у нас при санитарной обработке, также это используется в хирургических отделениях. И тем самым мы производим дезинфекцию помещений, ну, либо салонов электропоездов. При этом, говорят, в депо средства полностью безопасны для людей, а значит, здоровью пассажиров обработка не угрожает. За нами стоят пассажиры, которые, ну, как бы не должны заболевать, и все меры, которые мы принимаем, это то есть для пассажира. Но дезинфекция вагонов – это еще не все, что делают для пассажиров. Чтобы снизить заболеваемость и уменьшить распространение болезни, железнодорожники следят за соблюдением масочного режима, как среди работников, так и среди клиентов, и активно внедряют дистанционные сервисы покупки билетов. У нас имеются мобильные приложения «Алтай Пригород» и «РЖД пассажирам», где пассажир может оформить разовый билет электронного вида на поезда без предоставления места. Также для удобства пассажиров в скором сообщении «Восток», «Калина», направление «Барнаул-Бийск» можно через сеть интернет на сайте РЖД или «Алтай Пригород» оформить тоже электронный билет.
Также на крупных станциях, всего их в крае 26, установлены терминалы самообслуживания. С их помощью можно приобрести билеты, не занимая очередь в кассы. В РЖД напоминают, необходимо не забывать про меры безопасности при поездке и носить маски. Ведь только так всем вместе получится эффективно бороться с вирусом. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. Новую книгу памяти презентовали сегодня на Алтае. На ее страницах имена солдат, погибших во время Великой Отечественной. Свыше 1000 человек, которые ранее или не были увековечены в книге памяти Алтайского края, вышедшие в 90-е годы, или внесены туда как пропавшие без вести. Но теперь информация о них уточнена, они погибшие. Сохранение памяти о них – это важнейшее дело. И с точки зрения, собственно, отдать дань тем поколениям, тем людям конкретным, которые свою жизнь положили за страну. Но и с точки зрения воспитания вот этих самых будущих поколений и непрерывной их связи. Над книгой работали год, но специалисты говорят, что список солдат собирали не меньше 10 лет. Среди причастных – историки, краеведы, волонтеры. Список с иллюстрациями и фотографиями и составил первый, можно сказать, главный раздел книги. Сегодня ее вручили всем родственникам погибших, которые пришли на презентацию в библиотеку имени Шишкова. Многие едва сдерживали слезы. Сейчас домой только доехать мне все изучить. Интересно мне. Да такая чудесная и с иллюстрациями. И где-то должен быть мой братик. 17 лет он с нами в игрушки играл. Его пошел в колхозе, работал. Только баню сам истопил и пришел. Мама меня забирает в армию. Отец наш погиб, я из-за него отомщу. Второй раздел книги посвящен реконструкции памятников Великой Отечественной. Более 130 из них за последнее время в крае привели в порядок. Это своего рода отчет о проделанной работе. Как говорят эксперты, книга будет интересна многим. В нее также включены воспоминания бойцов и командиров алтайских дивизий и бригад, в составе которых служили многие из тех, кто увековечен в издании. И к новостям спорта. В Барнауле завершились чемпионаты первенства Алтайского края по художественной гимнастике. Кроме золотых медалей, для спортсменок важным фактором было и попадание в сборную региона. О том, скольким улыбнулась удача, знает Дмитрий Дроздов. Зажигательное музыкальное сопровождение, специальный инвентарь и, конечно, точечное выполнение каждого движения – залог успеха в художественной гимнастике. Но и моральная поддержка для спортсменов очень важна. Краевой турнир собрал около 200 спортсменок не только из нашего региона, но и из Томской и Омской областей. Выявляли сильнейших в личном и групповом первенствах. И, конечно, все стремятся попасть в сборную края для участия на чемпионате и первенстве Сибири. На первенство СФО попадает команда из 10 человек. Угу. То есть это гимнастки, кандидаты в мастера спорта и первый взрослый разряд. На краевом турнире у каждой спортсменки была своя цель. Кто-то набирался опыта или вел борьбу за золотую медаль. А вот мастер спорта по художественной гимнастике Алина Перфильева в Барнаул приехала для поддержания формы и подготовки к важному турниру – Кубку России. Туда попадают 24 сильнейшие гимнастки с чемпионата России, который проходил в феврале. Еще раз проверяю все программы, чтобы быть полностью готовой к Кубку России. Ранее по итогу баталии чаще всех на пьедестал забирались хозяева. По итогу последнего турнира у алтайских гимнасток 22 медали. Одно золото у спортсменки из Омска. Можно сказать, что краевой турнир для наших получился успешным. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи!